На календаре 21 октября. 21 октября 1891 года «Самарская газета» рассказала своим читателям о закрытии базаров с целью уничтожения питейных заведений. Вот что в частности сообщало издание. Общество крестьян сел Черновки, Раковки и Хорошенького обратились в уездную управу с просьбой о позволении закрыть у себя базары. Уездное собрание по настоянию священника Сергиевского удовлетворило просьбу с большим удовольствием. 21 октября военного 1941 года в Куйбышевский облисполком пришла правительственная телеграмма с уведомлением о введении карточной системы. В регионе устанавливали следующие нормы отпуска продуктов питания. Работникам оборонных предприятий полагалось в месяц 2200 граммов мяса и рыбы, масла и жиров – 600, круп и макаронных изделий – 1500 граммов. Для специалистов других предприятий промышленности, транспорта и связи эта норма была меньше на 300-400 граммов. Служащие получали еще на 200-300 граммов меньше, а иждивенцам и детям полагалось только треть нормы от первого списка. 21 октября появились на свет советский писатель-сатирик, драматург Виктор Ардов, советский художник Михаил Куприянов, советский российский актер, режиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков и другие известные личности. В народном календаре сегодня день Пелагеи и Трифона. С этой поры на Руси уже точно становилось холоднее. Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет, говорили наши предки. Это все, что мы успели вам рассказать о 21-м дне октября. Прекрасного настроения вам и успехов в делах!